проходит региональная акция «Миллион деревьев». Только в Октябрьском районе города было высажено более 1500 саженцев. А сегодня управляющая компания «Октябрьская» посадила 100 пирамидальных тополей в районе Новотроицкого шоссе. Во-первых, это гостевой маршрут. Если они подрастут, вы сами представляете, это будет уже какое-то видение о городе, когда эта аллейка будет расти. Администрация Октябрьского района совместно с горжелестроем будет осуществлять поливку периодически этих деревьев. Приживаемость, ну вот я говорю, вот весенняя посадка, которая была, где-то 86%. Осенняя, весной мы эти деревья будем считать, где какая часть прижилась. Администрация Октябрьского района организовала субботник по высадке тополиной аллеи здесь в рамках акции «Посади 1000 деревьев». Сходя из долгой плодотворной дружбы с техникумом имени Стеценко, пригласили ребят принять участие в этой акции, потому что мы долго и давно сотрудничаем. И вот ребята, как видите сами, вот будущие механики. Группа автомехаников, группа 313 приняла активное участие, оказала помощь. Я принял участие в этой акции «Миллион деревьев», чтобы улучшить наш город, узеленить, чтобы летом было приятно, вот люди приезжали, видели, что у нас красиво. Я сегодня посадил 6 деревьев и надеюсь, что они приживутся и вырастут.